Представляем вашему вниманию еще один гибрид от компании Семенис. Замечательный лук Сакраменто. Это 110-дневный лук. Это лук Рекос. Для хранения мы видим, что формирует 2-3 плотных чешуи. Это однозачатковый лук. Этот лук подходит для ручной уборки и реализации или с поля, и хранения до февраля-марта месяца. Очень сочный, но в то же время лук плотный. Средняя урожайность у него от 80 до 100 тонн, в зависимости от технологии выращивания. При более раннем посеве дает гораздо выше результат. Соответственно, рекомендованная для Волгоградской области посев 1 апреля, ну, в зависимости от погодных, 1-10 апреля. Очень хорошо отзывается на усиленное кормление, хорошо реагирует на высокие дозы калийных удобрений и, соответственно, при этом набирает очень плотную, тяжелую луковицу.